уже мало таких ярких красок в саду. К сожалению, морозы первые сентябрьские убили всю красоту гортензий, и поэтому мы будем любоваться красотой хвойных растений. Если вы высадите на участке разные хвойные, которые отличаются только цветом хвоинок, то это будет замечательно смотреться. Не однородная, как бы не один цвет, а разные расцветки. Смотрите, золотистые туи, голубые хвойные, можжевельники с оттенком, с голубым оттенком, зеленым оттенком. То есть есть двухцветные ели. Только из хвойных можно создать такой яркий, необычный участок. Видите, форма круглая. Это туя Golden Globe, то есть золотистая туя. Этому растению 8 лет. И даже можно низкую живую изгородь сделать, то есть ее можно формировать.